Dear ladies and gentlemen, let me introduce the boxer in the blue corner. His personal record, 22 wins, including 14 knockouts, one lose and one draw. The boxer, representative Guyana, Lennox Allen. Ал енді құрмет ханымдар мен мырзалар, қошеметпен қарсы алыңыздар. Қызыл бұрыштағы боксшы, оның жеке рекорды кәсіби рингте 15 кездесуді өткізіп, 15-інде де жеңіске жеткен, оның ішінде 10-ын нокаутпен еліміздің батыры Айдос Барыс Ербосынова, Қазақстан. Уважаемые телезрители, вашему вниманию главный бой сегодняшнего вечера, в котором непобежденный Айдос Ербосынова сойдется с гаянцем Леноксом Алленом. Естеріңізге сала кетейін, бұл жекпе-жектің жобасы 3 минуттен 12 раунд. The scheme of this bout 12 round per 3 minutes. 12 раундов нас ждет по 3 минуты в данном поединке. Леннокс Аллен неплохой боксер. Буквально в предыдущем поединке он бился за звание временного чемпиона мира по версии WBA. И потерпел поражение лишь по очкам. А у нас в начале еще гимны Гаяны и Казахстан. Thank you. Remain standing, please, for the national anthem of Kazakhstan. Қазақстанның мемлекеттік ән ұранын туған жер балалар жасөспірімдер студиясының хоры орындайды. Жекпе-жек басталсын.
Сонымен бүгінгі кештің басты жекпе-жегі де басталуға жақын. Еліміздің басты арнасында Хабар арнасының тікелей эфирінде кәсіпқой бокс жерлесіміз Айдос Ербосынұлы және оның қарсыласы сіздердің көз алдарыңызда Ленекс Аллен біздің Айдосқа қарсылас атанып отыр. 12 раундтық кездесу. Айдос біздің осы кәсіпқой бокстағы мақтаныштарымыздың бір екенін жақсы білесіздер. Алматының Жаркенттің тумасы. Бүгінде Айдос өз 15 кездесу өткізді. Сол 15 кездесуінің барлығында жеңіске жетті. Және де бүгінгі дейін бірнеше белбеуді де қанжығасына басты. WBC тұжырымы бойысын, WBA тұжырымы бойынша да белбеулер бар. Ал дәл осы трансляцияның демеушісі BrixBet KZ компаниясы, спорттық эмоцияларының серіктесі BrixBet осы минутта сайыскерлердің мүмкіндіктерін келесідей бағалайды. Айдос Ербосынұлы жеңіске жетеді дегенге 1.09 коэффициент, және оның қарсыласы Ленекс Аллен жеңіске жетеді дегенге 8.1 коэффициент, және тең нәтиже тіркеледі дегенге 33 коэффициент ұсынып отыр. Уважаемые телезрители, у нас главный бой сегодняшнего боксерского вечера, Battle of Namas 2, организованный компанией Soliman Boxing Promotions, в котором Айдос Ербосынұлы бьется с гаянцем Леноксом Алленом. Ну и хотелось бы сказать, что партнером трансляции у нас является компания 1xbet.kz, спонсор спортивных эмоций 1xbet. На данную минуту оценивает шансы бойцов в пользу Айдоса. Да, возвращаясь к боксу, у нас Айдос устанавливает нужную для себя дистанцию. Хорошо работает джебом, сдваивает джеб, контролирует центр ринга. Ну а боксер из Гайаны пытается его выцелить и жесткими силовыми ударами переходит в контратаку. Однако все это уходит в молоко, либо в защиту Айдоса. У нас клинч в ринге, и рефери разнимает обоих боксеров. Айдос работает с центра. Попытка атаки со стороны гаянца. Айдос на ножках отходит, делает шаг назад, тут же сближается. Сближается правым в голову, переводит правым в корпус. И... да, и хорошим джебом попадает Айдос в голову гаянскому боксеру. Более активно работает наш спортсмен. Гаянец активно защищается не только руками, но и плечом, не давая плотно попасть по себе. И на этом у нас первый раунд заканчивается. Я думаю, чуть лучше был Айдос в данном раунде. Впереди еще целых 11 раундов. Посмотрим, продлится ли у нас поединок всю отведенную дистанцию. Тренером Айдоса является Ханат Уракбаев. В прошлом известный боксер, победитель многих международных турниров, мастер спорта международного класса. Ну и также Ханат Уракбаев, это главный тренер Soliman Boxing Promotions. На повторе мы видим, что и боксер с Гаяны также может неплохо контратаковать. Недооценивать его нельзя. Парень опытный. Это была хорошая атака со стороны Айдоса. Левым джебом проверил защиту. Попал по голове гаянцу, правым ударил по корпусу и тут же левым перевел в корпус. Очень неплохо данная комбинация смотрелась. У нас второй раунд, и второй раунд начинается с атак боксера из Гаяны. Однако это никоим образом не смущает Айдоса. Он продолжает устанавливать нужную для себя дистанцию, пробивая сейчас силовым правым прямым в корпус и тут же переводит в голову, заставляя гаянского боксера закрыться. Буквально перекрылся гаянец, отошел канатом. Айдос разнообразно продолжает проверять его защиту. Бьет левым джебом, проверяет печень, тут же переводит в голову.
в непростой ситуации Аллен находится в настоящий момент. Хороший удар по корпусу провел сейчас Айдос. Да, ну и неплохо контратакует на атаке гаянца. Бьет в корпус, переводит опять правым в голову. Промахивается сейчас размашистым правым боковым гаянец, а он левша. Да, неплохо сейчас Айдос атакует, прячет он силовой удар, многоударные комбинации. Но и гаянец тоже неплох. Периодически взрывается он хорошими, жесткими левыми боковыми в основном. Много работы у нас сейчас на ближней, на средней дистанции. Да, левым сбоку обводящим попытался сейчас Айдос встряхнуть своего соперника, однако прошел скользь удар. Айдос продолжает контролировать центр ринга, но однако гаянец очень неплохо контратаковал в последней минуте и выравнивает сейчас ход боя, на мой взгляд. Я Айдос Сербусының қазір оңай болып жатқан жоқ. Оның қарсыласы Ленекс Алленда өзінің шеберлігін паш етуде сауатты қорғанып жүр. Ара қашықтықты сақтап жүр. Міне осындай жойқын соққыларды да ара кідік жұмсап қояды. Сондықтан Айдосқа қазір сақ болмаса болмайтыны түсінікті. Аперкут жасап көрген Айдос, бірақ бұл жерде Ербосының жасап жатқан соққылар діттеген жерге әзірге жетіп жатқан жоқ. Міне тамаша қазір оң қолмен соңғы гонгпен бірге бір соққы жасап үлгерді. Айдос Ербосынлы жасы 29-да. Айдостың нағыз осы болысқан толысқан шағында осы бірнеше жылда енді әлемдік деңгейдегі бір тұжырым бойынша белбеу үшін жекпе-жек өткізетін кезде жеткенін Айдостың өзі жақсы түсінеді. Бұйыртса ол күнде алыс емес деп ойлаймыз. Бүгінде Айдос барлық осы тұжырымдар бойынша өзінің рейтингтегі көрсеткішін жақсы артып жүр. Сол үшін де Айдостың алдағы уақытта осы чемпиондық, толыққанды чемпиондық белбеу үшін жекпе-жек өткізетін мүмкіндігі жоғары. Бүгін енді ол үшін әрине Айдосқа өзінің қарсыласы Ленекс Алленді ұтуы керек. Ленекс Аллен гайаналық боксшы. Жаңа айттық, бұған дейінгі жеңіске жеткен 22 кездесуінің 14-інде қарсыласын нокаутпен ұтқан өте тәжірибелі боксшы. Бұған дейінгі кездесулерінің басым бөлігін Америка құрама штаттарында өткізген бұл боксшы. Сондықтан да талайды көрген тіс қаққан боксшыға қарсы Айдосқа да қазір оңай түсіп жатқан жоқ. Тамаша қазір бір соққыны корпусқа жасады Айдос. Тағы да міне сол бауырды көздеп тұрып дәлдеген болатын. Айдос работает по классике, пробивает правым прямым в корпус, прямо в печень своему сопернику. Ну, я думаю, Аллен привык к подобным выпадам со стороны своих оппонентов и успевает смягчить жесткость удара. У нас сейчас ближний бой, причем такой чистый ближний бой, без клинча. И все-таки получше в нем именно наш боксер выглядит. Попал он апперкотом и левым правым боковым. Добавляет левую. Добавляет правую опять руку, бьющую. Пружинит от канатов Ленекс Аллен, словно используя их для того, чтобы удары Айдоса смягчить. Тем не менее, большинство все-таки ударов проходит. Вот по печени сейчас неплохой удар со стороны Айдоса.
отходит от каната Фалин. И у нас также продолжается поединок на ближней дистанции. Но также никакого клинча мы не наблюдаем. А оба боксера проверяют крепость головы и корпуса друг друга. Снова у каната Фалин. Снова пружинит он от них. Вот видно, что гайанский боксер такую тактику на своих тренировках опробовал уже, готовил заранее, чтобы в случае подобных ситуаций уметь у канатов не только неплохо защититься, но еще и удачно от них отпружинив, придать дополнительную инерцию своим ударам. Неплохой правый боковой такой размашистый попадает в Айдоса со стороны гайанца. Ну и видно, что не собирается просто так сдаваться гайанский боксер. В клинче у нас один из немногих клинчей. Тут же рефери разнимает. Вот рефери показывает мастер-класс, как нужно клинч разнимать. И не давать боксерам поединок в скучную тягомотину превратить. На этом у нас третий раунд заканчивается. И, в принципе, раунд был довольно равным. Возможно, чуть-чуть точнее был наш боксер. Но, в принципе, посмотрим, как рефери в целом данный поединок оценят. Потом можно будет проверить, посмотреть, как именно третий раунд прошел. Потому что, ну, на мой взгляд, неплохо атаковали оба боксера. У каждого из них были свои удачные моменты. Более активным был Айдос Ербосунолу. Ну и защита гайанца также на высоте. Жестких силовых ударов он практически не пропускает. Успевает их смягчить либо уклонами корпуса, либо отпружинив от канатов. И данная тактика себя с бойцом, который выбрасывает много ударов, оправдывает, на мой взгляд. У нас четвертый раунд начинается. Тут же занимает Ербосунолу центр ринга. Бьет удачно правым через руку. Гайанец заходит в ближний бой. Много уклоняется корпусом. Перекрывается активно и работает в основном из-за защиты. Я казер мне жик-пежик раунд өткен сайын қыза түсуде. Екі боксшы да әзірге осалдық танытып жатқан жоқ. Бұл ретте біз Айдос Ербосынның қарсыласының деңгейі әлде қайда жоғары екенінде байқап отырмыз. Аллен Ксален. Айдос дегенмен қазір шаршалаңның ортасын бермеуге тұрсып бағуда. Тағы да клинчке түсіп қалған сәт. Қазір көздеп тұр. Джеппен тамаша қазір сериалы соққылар жасап көрген. Бірақ бұл жерде жас хук және бір апперкотты жұмсап көрді. Бірақ бұл соққылар діттеген жеріне жетпет. Тамаша міне қазір. Оң қолмен соңғы жасап жатыр. Е, бұл жерде жақын жерде тұрып қалмауға болмайды. Бір орында тұрып қалуға болмайды. Қазір көбірек. Тағы да Аллен қазір соққы дымда дайындап жүрген көріп отырмыз. Айдосқа қазір сақ болмаса болмайды. Тым шабуылмен бұлай әуестеніп кетудің де өте қауіпті екенін жақсы білеміз. Жоқ, міне қазір қарсыласы арқанға тақап қойып тұрып соққылап жатыр. Бірақ бір дәлдеген соққылар болмай жатыр әзірге. Шаршап қалмау керек, көп күш жұмсады. Дәл осы раунд барысында әлде 35 секундтай уақыт бар. Төртінші раундтың аяқталамын дегенше. Да, ну почти весь четвертый раунд у нас проходит в ближнем бою. При этом мы клинчи-то толком и не видим, что лишь радует в данном поединке. Но
По всей видимости, Аллен приноровился к атакам нашего боксера. Неплохо их выдерживает, терпит эти удары, может перетерпеть вот эти атаки. Перекрывается, много защищается корпусом и бьет вот эти размашистые удары. Несколько раз, в принципе, довольно неплохо подключал свою бьющую левую руку в ближнем бою. Да, но в целом Айдос попадал больше в этом раунде. Более плотные и более силовые удары у него проходили. В конечном итоге это все-таки складывается в тоннаж общих ударов. И на данный момент он у Ирбоса Нола, я думаю, повыше значительно, чем у его оппонента из Гаяны. Очень неплохой сдвоенный сначала правый прямой в корпус и тут же правый прямой в голову пробил Айдос в ближнем бою. Хорошо можно видеть на повторах. И вот эти вот не сильные силовые, но неприятные удары в ближнем бою, апперкоты со стороны Айдоса, я думаю, также причиняют беспокойство бойцу из Гаяны. У нас пятый раунд, и уже видим мы, как Аллен начинает его с атаки. В предыдущих раундах картина была несколько другая, когда Ирбосон тут же занимал центр ринга, а теперь Гаянец, в свою очередь, переходит в атаку, активно подключая бьющую левую руку. Айдос начинает двигаться на ногах. Из дистанции пробивает в корпус. Гаянец завязывает в клинч. Тут же рефери разнимает данный клинч. И пробивает по печени Ирбосона слева. Пропускает, в принципе, совершенно необязательный левый прямой Ирбосона. Более активно начинает данный раунд боец из Гаяны. Айдосу нельзя сбавлять обороты и нельзя допускать момента, когда Гаянец может ход данного поединка переломить. Пока что преимущество нашего боксера вырисовывается в данном поединке, но его экватор даже еще не перевалил, поэтому все может случиться. Айдосу нужно, да, в таком темпе, в котором сейчас хорошо удачно пробил по корпусу, тут же на сайдстепе вышел в сторону и переводит многоударные комбинации в голову сразу, беспокоя боксера из Гаяны. Да, вот сейчас подошел в ближний бой Айдос без удара, к сожалению, и тут же Гаянец пробил комбинацию, тем не менее Айдос сделал шаг назад, исправил ситуацию. Пробивает в голову справа. Аллен показывает, что был удар по затылку. В принципе, рефери не реагирует, значит, все было в пределах правил. Да, вот, длинный правый боковой со стороны Гаянца попадает точно Айдосу по голове, но удар не сильный, поэтому не составило труда Ирбосонала данный удар перетерпеть. И продолжает он кружить вокруг боксера из Гаяны. Уходит активно влево. Это верная тактика против боксера левши, чтобы не дать ему ударить с его бьющей левой руки. И много бьет справа Айдос сейчас в ближнем бою. Он и граунд хожу с парламентом, кизи сутин, эзерге, мне бизнес раунд, аяхталган сетнин, куэсе болдок, Айдос Ирбосон, жене Леникс, Алерас, Арасна, кизи су, я, якибок, что Бернбернин, Хаймага, Джат Ханджок, Федер, Аш, Бесики, Утуди, Шашаланг, Уортасанда, Сокал Масуда, Теугель Гивар, Джат Ракуб, Джат Дайда, Пистин, Айдос Тунда, Остундай. Нарта өкілігі барып, қазір ашық шабуға барып отырған көріп отырмыз. Леникс Алленнің да жойқын соққының есекені
белгілі, сол үшінде қазір Айдосқа абайламаса болмайды. Міне, осындай қарымта шабуылдар арқылы қазір гаяналық боксшы біздің Айдосты біраз өзінің қауіпті екенін ұқтыруға тырысып бағуда. Ал Айдос әзірге біраз соққыларын тартып жатыр, бірақ бір соншалықты дәлдікпен жұмсалған әзірге дөп соққы жойқын шықпай жатыр Айдостың тарапынан орындалған. Енді 6-шы раундта қазір бәлкім Айдосқа тағы да осы бір соққыларын жойқынырақ жұмсауға қарекет қылу керек. Тағы да міне дистанция ұстауға, арақашықты сақтауға мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Ленекс Аллен жылдам арақашықты қысқартып кетуде. Айдос қазір міне енді айналып осы қарсыласты шаршатқысы келіп жатқанын көріп отырмыз. Ал жанкүйерлер қазір бұл жерден де жанкүйерлер өтіп жатқан жекпе-жек кеші, сондықтан да боксшылардың туысқандары, достары, осы бокс майталмандары жүріп отырғанын көріп отырмыз. Солардың барлығы қазір Айдосқа арақашықтық сақта дегенді көбірек айтуда. Бізде осы тұрғыда Айдостың қазір бір орында тұрып қалмай, көбірек 6-шы раунд барысында аяқта қимылдап жүргенін байқап отырмыз. Мұны қазір Айдосқа өзінің жаттықтырушыларды айтқан болу керек. Қарсыласты көбірек шаршатты, бұл нәтижелі болатынын ұқтырғанда Ленекс Аллен қазір Айдостың соққыны дәлдеп тигізуіне мүмкіндік бермей жатыр. Клинчке түскен сол боксшыларды рефери дер кезінде ажырату керек. Иә, солай болды да. Тағы да Айдос әзірге бір сәл-сәл қарсыласты осы жан жақтан қапталдан қыспақ қалып, сосын барып соққы жасауды дұрыс деп жүрген секілді әзірге көп соқсын. Міне қазір тамаша өзінің оң қолымен соққыларын нұқып алды, бірақ қарсылас теңселетіндей осы қарсыласты құлататындай әзірге бұл соққы жойқын күшке ие болып жатқан жоқ. Жақын қашықтықтағы жекпе-жек. Аллиннің да қазір әлі келгенше жауап қатуға тырысып отқан көріп отырмыз. 30 секундтай уақыт бар қазір. Егер қарсыластың сәл-сәл бір шаршағаны байқалады ма, физикалық тұрғыда сәл-сәл отыра бастаған секілді қазір гайаналық боксшы Айдос. Егер осы қарсыластың шаршағанын пайдаланып кетсе, әлі кездесудің бұл бел ортасы ғана, 6 раунд ғана. Сондықтан бәлкім соңғы раундтарға жеткізбей қазір шаршаған қарсыласын сұлатып салуға болатын менің ойымша мүмкіндік бар. Тамаша қазір еңкейіп барып бір соққы жасады. Және бұл жерде раундта аяқталған сәт. Қарсылас шаршай бастаған секілді. Айдар, қалай ойлайсың? У нас перевалил экватор. Поединок, 6 раундов прошло, и, на мой взгляд, темп упал в бою, и очень много ближнего боя. Мне кажется, Аллен потихоньку начинает себя в этом бою находить. Приноровился он к атакам Ербосунуло, принимает их в основном на защиту, либо успевает смягчить их уклоном корпуса, и показывает, что боксер он очень неплохой. Я думаю, что Ербосунуло нужно немножко тактику сейчас поменять. Я надеюсь, угол его подскажет, потому что нужно данный поединок обязательно выигрывать. Ну а мы хотим подчеркнуть, что партнером сегодняшней трансляции является компания 1xbet.kz. Спонсор спортивных эмоций 1xbet. На данную минуту оценивает шансы бойцов следующим образом. Победа Айдоса Ербосунуло 1.09. Победа гаянца Аллена 8.1.
седьмой раунд у нас, и ощущение, будто Аллен хочет ближе подобраться к нашему боксеру, чтобы пробить какой-то силовой удар. Да, вот попытался сейчас Аллен это сделать, однако увидел данный момент Ирбосу Нолой и, быстро отклонившись назад, сам в свою очередь пробил контратаку. Встал на ноги Ирбосу Нола, в свою очередь тоже ощущение, что как будто немножко подсел физически, но и у Алина силы не безграничные, поэтому темп поединка и замедлился. Хорошо попал по корпусу сейчас Ирбосу Нола. Продолжает разнообразно атаковать по голове. Чуть больше клинча стало в сегодняшнем поединке. Боксеры не только работают на ближней дистанции, но и активно клинчуют. Хорошо отклонился Аллен, пробил по печени Ирбосу Нола и повторил данную комбинацию. Тем не менее, защита у Айдоса на месте. Продолжает атаковать он голову гаянского боксера. Да, прижимает канатом и пробивает жесткий правый силовой удар в голову, который смягчил, однако, гаянский боксер. Корпус проверил Айдос. Да, клинч пошел у нас. Чуть больше грязи в бою стало, что говорит о том, что все-таки боксеры начинают уставать. Быстрая комбинация Ирбосу Нола, проверил корпус своего соперника. Аллен ответил левым в голову, который, однако, просвистел мимо головы Ирбоса в считанных миллиметрах. Хорошо попал сейчас левым прямым в голову Ирбосу Нола, заставив гаянца уйти в клинч. Продолжаем мы видеть в основном поединок на ближней дистанции. Чуть больше клинча стало. Но что нравится, это то, что Айдос, разрывая данный клинч, либо ближний бой, пробивает сразу несколько ударов. То есть бьет не одиночными, а прячет силовой удар именно в такой многоударной комбинации. Я казыр Айдос сәль бір орында тоқтап қалған сәтте оның қарсыласы бірден сериялы соққыларға ауысып кетіп жүр. Ленекс Алленнің біз себептен де іздеуге болатындай. 8-ші раундқа да келіп жеттік. Әзірге Айдос әйтеуір жақсы дайындық жүргізгені көрініп тұр. Бұл жекпе-жектің алдында Сүлеймен Промоушнс өзінің осы батырларын бүгінгі көшпенділер шайқасында өнер көрсететін спортшыларды жақсылап оқу-жаттығу жиынынан өткізді. Біздің елімізде жаттықты, одан соң Ресейге барып, сол жақта жаттық байтты, түрлі спарингтік жекпе-жектер өткізді. Сондықтан да Айдостың қазір осы 12 раундтық жекпе-жекке барынша дайын боп тұрған көріп отырмыз. Дәл бұлай міне тамаша қазір қарсыласқа қимылдатпай Айдос соққыларын жасауда, бірақ оның қазір Алленнің басына тиіп жатқан соққылары әзірге саны тұрғысынан біраз қарсыласқа дөп тиіп жатқан, мен сапасы тұрғысынан жойқын болып шығып жатқан жоқ. Қазір енді бір орында тұрып қалды екі боксшы да, маңдайды тақап қойып соққы жасауды. Ал Ленекс Алленді дәл осы сәтте
Айдостын соққы жасап атқан сәтінде айна алып кетіп қорғануға тырысып бағуда, бірақ шаршады. Бір кәдімгідей көрініп тұр Ленекстің шаршағаны. Айдосқа дәл өз тұста міне бір шойқын соққымен қарсыласты. Бәлкім тек қана бастан соққы жасай білмей, осы бағанағы раундтың алғашқы раундтардағыдай бауырдан соққы жасап, сосын барып басқа ауысқан дұрыс болатын секілді. Екі қабаттан, осы бокстың тілімен айтқанда, жоғарғы және төменгі қабаттан кезек-кезек соққы жасаса, Алленнің де шаршағанын көріп отырмыз. Бір минуттай уақыт бар. Осы раундтың аяғына дейін бәлкім Айдос қарсыласты құлатып қалар. Неплохо продолжает атаковать Ирбосунолла многоударными комбинациями. И видно, что все-таки сильно уже гаянец замедлился. И непонятно, то ли это результат вот этой эффективной работы по корпусу в предыдущих раундах со стороны Айдоса и Ирбосунолла, или сам по себе вымылся немножко гаянский боксер. Возможно, результаты того и другого. Попадает ниже пояса боксер из Гаяны. Рефери останавливает бой. Дает время на восстановление Айдосу Ирбосунолла. Был удар ниже пояса. И остается буквально 10 секунд у нас до конца восьмого раунда. Одно очко снимает рефери с боксера из Гаяна за повторные удары ниже пояса. Что, конечно же, в итоговом зачете ему на пользу далеко не пойдет. Пропускает джеб Ирбосунолла. И правый, вернее, левый прямой, так как гаянец левша. Гаянец продолжает неплохо контратаковать. И показывает, что силы еще у него в данном бою сохранились. Жаңағы белден төмен соққы жасағаннан кейін орын алған үзіліс қазір гаяналық боксшыға оңынан әсер берген көріп отырмыз. Ленекс Аллен біраз тынығып демалып алған. Негізінен мұндай белден төмен соққы жасаған тұста да боксшылардың ойының түкпірінде бір тынығып алу тұратыны белгілі. Құйтырқы әрекеттер. Өйткені біраз шаршады бұл жерде Ленекс Аллен. Айдостың тарапынан шабуылдың артып бара жатқанын көрді де, қорғануға шамасы жетпей баратқан соң оған осылай белден төмен соққы бағыттаған еді. Сол үшін де қазір рефери ескерту жасап, бір ұпайын шегерді гаяналық боксшының. Тоғыншы раундқа да келіп жеттік. Айдос тағы да міне сол қолымен бір көздеді, одан соң оң қолды соққысын дәлелдеп қазір тұмсыққа тигізгенін көріп отырмыз. Айдосты сәл-сәл қазір қарсыласты бәлкім осы раундтың ортасынан бастап соққылауға көшетші. Әзірге Алленға соққы жасауға мүмкіндік беруде. Қарсыласының физикалық тұрғыдағы әлсіреген байқады. Міне тамаша оң қолымен тура соққыны дөп тигізді. Джеппен қарсы алды одан соң. Қолғаптың төбесінен қазір Айдос өзінің соққыларын тартып жатыр. Міне, бұл дәл бұлай бұрында тұрып қалуға болмайды. Қазір Ленекс Аллен корпусқа бір соққы жасады, бауырға соққы бақыттап көрген, бірақ Айдос бұл соққыны өзіне тигізбеді. Алайда міне қазір бір орында тұрып қалған боксшылардың соққы алмасып жатқанын көріп отырмыз. Бұрыла салысымен Айдос бір әдемі сәтті пайдаланып өзінің оң қолын тура соққысын
дөп тигізді қарсыласқа. Әл бір минуттай уақыт бар. Дәл осы тоғыншы раунд аяқталам дегенше де сондықтан тағы да бір қарсыласқа қыспақ қалып көруге ұмтылу керек қазір Айдосқа. Клинчке түсіп қалды. Ясәл екі боксшы да шаршай бастаған секілді. Да, больше возни стало в ринге. У нас оба боксера подсели физически. Но вот у Айдоса как будто сил все-таки чуть больше осталось. Находит он моменты для того, чтобы взорваться сразу несколькими ударами. И потом дальше переходит в защиту. Чуть больше клинча стало у нас в этом бою. Тем не менее, не сильно оба боксера в данном компоненте усердствуют. Поединок в основном проходит на ближней дистанции, просто из-за того, что чуть меньше физических кондиций стало у ребят. Меньше ударов они стали выбрасывать. Если при этом Ален старается ударить жестким силовым ударом, как правило, Вербостен данный удар видит и успевает либо уклониться, либо подставить защиту, то сам он, в свою очередь, бьет серийно. Но это, конечно же, очень радует и оставляет надежду на то, что именно руку Айдоса поднимут сегодня в знак победы. Но, тем не менее, для того, чтобы биться в боях за пояс чемпиона мира, Айдосу нужно в физическом плане, в функциональном плане дополнительную работу провести. Технически неплохо оснащен наш боксер. Функционалку надо немножко поднять, потому что все-таки там ребята будут уже более серьезные. Хорошо дышат, хорошо бьют на протяжении всех 12 раундов. Ну, все шансы, в принципе, у Ирбуснула на это есть. Боксер вышкаленный, неплохой, умеющий терпеть и бьющий серийно, что немаловажно. У нас начинаются чемпионские раунды сегодняшнего поединка, и бой тут же переходит на ближнюю дистанцию, как и в предыдущих раундах. Проверяет, продолжает проверять корпус Ирбосунула, и в ответ Ален также демонстрирует свое умение также пробить неплохо по корпусу, по нашему боксеру. И постоянно удачно довольно-таки для себя Ирбосунула заворачивает влево, не давая Алену плотно по себе попасть именно с левой руки. Всю дорогу с трибуны активно подсказывает, чтобы Айдос работал больше на длинной, на дальней дистанции и не заходил в ближний бой. Судя по всему, у угла Ирбосунула немножко другая тактика. Попадает справа сейчас Айдос, заставляя отступить боксера из Гаяны. Добавляет многоударную комбинацию. Несколько ударов вскользь попадает по гаянскому боксеру. Пол раунда у нас прошло. И снова как будто замедлились оба боксера. Уже выбрасывают одноударные больше связки. Попытался перейти в атаку боксер из Гаяны. Но либо уже совсем мало сил у него, либо старается у нас сэкономить на оставшиеся два раунда, потому что не развивает он данную атаку. И тут же перехватит инициативу наш боксер. Значит, больше клинча, конечно, стало, больше грязи в этом бою. Понятно, что оба спортсмена дают все силы, и уже речь теперь идет о том, чтобы на морально-волевых уже вырвать победу в сегодняшнем поединке. Полминуты остается у нас до конца 10 раунда. И очень неплохо взрывается сейчас Ален, попадая обводящим левым боковым в голову Айдосу. Успевает Айдос корпусом эффект этого удара смягчить. И тут же переходит в контратаку, пытаясь забить в углу Алена, который, однако,
очень удачно защищается корпусом. И тут же попадает Айдос правым прямым в голову, заставляя ганскому боксеру встать на колени. Это первый нокдаун в сегодняшнем бою. И рефери останавливает бой, не может подняться Горянец, поэтому это не нокдаун, а нокаут.